встретимся завтра. Завтра будет поздно. Где шкатулка? Что? Какая шкатулка? Уходите. Вера, ты не хочешь узнать, что тогда Алла? Я. Я хочу... Ужинать будешь? Давайте встретимся завтра. Нет. Где так шкатулка? Я думала. Какая шкатулка? Лиза. Горгоны на крышке. Нам надо поговорить. Убейте блондинка и разобью телевизор. Где шкатулка? Я не знаю. Куда ты ее перепрятала? Я ничего не прятала. Помогите! Каморин, не стеклянный. Это серьезный разговор, Лиз. Будет рекламная пауза, поговорим. Боюсь, рекламной паузы не хватит. Ничего, мы постараемся, как всегда, уложимся. Лиз, ну ты же видишь, как мы живем. Да, вижу. Отдельно друг от друга живем. Ну и что? Ну ничего. По-твоему, что, семья? Мы как будто и не женаты вовсе. Общаемся только в рекламные паузы. В остальное время ты... посещаешь спа-салоны, ходишь на танцы, на массаж, занимаешься собой. Ты меня, что ли, обвиняешь? Это тебя, а не меня, все время нет дома. Она видела. Чего она не видела? Она только выбежала. Может, она видела бабку? Ну и что? У нас даже детей нет. Вообще-то для этого процесса нужны двое. Дети не могут расти в такой семье. Ты что хочешь, чтобы я в течение 9 месяцев уродовалась, потом бы с пеленками носилась, как угорелая, а потом, когда ребенок подрастет и спросит меня, а где папа? Я не могу его познакомить с тобой, потому что ты все время на работе. Так ты хочешь, чтобы было? Ищи себе другую дуру. Хочешь развестись? Ладно, давай разведемся. Утром забирай свое шматье, зубную щетку и проваливай. Только больше ни на что не рассчитывай. С голым задом по миру пойдешь. По-твоему, за эти годы я ничего не заработал? Напоминаю, для забывчивых. Деньги, вложенные в бизнес, дал мне мой крестный. Мне, а не тебе. Сегодня ситуация в банковской системе постепенно нормализуется. Остатки на счетах банка... Я на пробке. Почему я каждый день прусь из-за города, у меня пробок нет? Ты живешь в одном квартале, отсюда у тебя пробки каждый день. Аномалия какая-то. Смотри. Вот так мы закрываем этот квартал. Видишь? У нас такой прибыли даже перед кризисом не было. Я уже посмотрел, во что мы можем вложиться. Ну, во-первых, это нефтянка. Много, конечно, не возьмем. Поезд ушел. Ну, децл чуток пролезем. Бочком. Да. Дальше. Нас ждет, Андрей Сергеевич. Подожди. Едем, едем. Смотри, второй вариант. Это небольшой островок в Тихом океане. Вот смотри, я уже купил. Чего? Шутка. А? Остров, в принципе, необитаем. Ну, то есть там жила когда-то какая-то семья, даже осталась бунгало. Но сейчас там пусто. В чем минус? Остров вокруг окружен коралловыми рифами и находится вдали от судоходных путей. Но есть, ты меня слушаешь? Есть плюс. Но земля на нашей планете уж точно дешеветь не будет. А судоходные пути все время меняются, я узнавал. Ну что, берем? Нет. Третий вариант. Казино в игровой зоне. Это вообще беспроигрышный вариант, как ты понимаешь. Дим, подожди, не трахти. Что? В скором времени может так случиться, что не я буду решать, куда вкладывать нашу с тобой прибыль. Я не могу закончить проект на эту сумму.
Весь первоначальный вариант поменялся. Подрядчиков новых привлекли. А это совсем другие деньги, вы понимаете? Я прям так и сказала. Если я с ней разведусь, она меня уволит. Сучка, блин. Я у гадалки была во время прошлого брака. Вперед, назад. Так она мне на все глаза открыла. Оказывается, у моего козла коза на стороне была. Начинай. Так она за пару сеансов ее убрала. Совсем зарубила. Да ну физически. Шутки. Я тебе вот что скажу. Твои бабы должны быть стервами. В наши времена котируются только стервы. А ты с таким характером, как у тебя, а те же все ноги вытирают. Извини, конечно. Тебе мужика надо найти молодого. Так, понимаешь, как говорят, левак укрепляет брак, тогда совершенно по-другому на своего Каморина будешь смотреть. В интернете я буду искать, что ли? Зачем обязательно в интернете? Новенький на тебя весь урок пялится. Где? Да, да. Да добрался, добрался. Без приключений, все хорошо. Я тебя тоже. А длинные белые волосы?
парик. Ее все узнают. Это она. Ты? Ну что? Я. Она умерла от этого. Ты так поздно. Сделала укол. Успела выйти из туалета. Ну, вообще-то я работаю. И упала прямо здесь. Давайте все время одна и та же отговорка. Передозировка. Документы есть? Да. Каморин. Что? Если я узнаю, что у тебя есть другая женщина, я не позавидую ни тебе, ни ей. Здесь нашей вины нет. Это все подрядчики. Я считаю, нам такие подрядчики не нужны. Мы не обязаны проплачивать их риск. Так партнерские отношения никто не строит. Кризис, между прочим, еще не отгремел. Я предлагаю в новом финансовом году вернуться к старой схеме. Ну хорошо, а девелоперы что говорят? А что девелоперы? Им, конечно, выгодно, пока авансы по банкам крутятся. Склады без работы не останутся. Подходи. Что, опять, да? Ну, бомбина, ну. И опять основа. Вот козлина, ну. И чего? Ничего. Наговорила ему всего. Аж самой противно. Ничего не противно. Ты все правильно сделала. Вот пусть теперь подумает о последствиях. Какие последствия? Получается, что он со мной остается только из-за шантажа? Ну, вот что за глупость, а? Он при тебе. Вот что получается. А мне ничего не получается. Получается, что найдете кого-нибудь решение наше. Ну. Спасибо вам большое. Жду ваших предложений. До свидания. Ну. Предложение. Давай купим этот остров в Тихом океане. Отправим туда Лизу. Ну что, построим там бунгало, заправим продуктами. Пусть живет себе тихо, спокойно, никого не трогает. Да подожди, а что тут такого-то? Научится землю пахать, сама себе хлеб насущный добывать будет. Тем временем ее признают без вести пропавшей. Все, бизнес твой. Пошел ты к черту, Быков. Ну подожди. Ну хорошо, ну давай пусть поживет там хотя бы годика три. Ну? А потом мы ее спасем, чисто случайно. Ген. Ты, конечно, гений инвестиций, но вот решение семейных проблем, извини, не твой конек. И есть, конечно, глаза души, проекция от которых идет на тех людей, с которыми мы общаемся. Что мы видим, то мы получаем в результате. Самое вредное и самое позорное – это жалость. Нельзя никого жалеть. Надо всех любить. Как говорил великий философ Сократ, встретим, ничего гуляя по базару, как много лишних вещей, без которых можно прожить. Надо сбрасывать все лишнее. Такая все ненужное. Чака получилось круче медового месяца. И любовь вернется к вам. А теперь перейдем к системе наших отношений. Так называемому камню в воду. А давай мы тебя тоже в круиз отправим. Чем больше людей общаются с нами, тем больше в мире информации о нас. Что значит отправить? Как я ее отправлю? Я ее что, свяжу? Я ее в посылку запихну, да? А если она не согласится, что тогда? Круиз, во время которого произойдет кораблекрушение. С ума что, Саша? Ну не настоящий же! В любом случае она плавать не умеет. Другой сценарий. На корабль нападут пираты.
Чего смешного, это сейчас сплошь и рядом, тем более в Тихом океане. Нападут пираты, высадят ее на берег и бай-бай. Бай-бай. Интересный у тебя круиз получается, состоящий из одного человека. Ну найдем еще путешественников. Ты что думаешь, в городе мало никому не нужных людей, от которых хотят избавиться родственники? Да. Андрей Сергеевич, к вам из департамента. Приглашайте. Лиза, привет. Юр. Это тебе. Юр, ты знаешь, вообще-то у меня муж, и, возможно, он сейчас дома. Я знаю, только он на работе. Ну, откуда ты знаешь? Ну, откуда ты вообще знаешь, где я живу? Ну, это просто, если хочешь. Нет, не хочу. Слушай, я, может, тебя обидел вчера чем-то? Да нет, с чего ты взял? Все нормально. Вчера ничего не было. Ну да, вчера ничего не было. Ничего не было. Ничего, так может, сегодня что-то будет, а? Юр, никогда. Обидно. Извини, пока. Да мне тебя жалко. Себя пожалей. Он же меняет тебя на другую. Пользуется тобой. Ты что, не понимаешь? Не твое дело. А хочешь узнаем? Нет. У меня есть знакомый детектив. Он сделает фотографии, предоставит все факты. Или, может, ты боишься? Нет. Но за своим мужем я следить не собираюсь. Хорошо, есть другой вариант. Все, отойди. Старушка ясновидящая, она тебе все расскажет, как есть. Вижу мужа. Хороший человек, обеспеченный. Любит себя. Ну? Что, все, что ли? А у него есть другая женщина? Только вы внимательно посмотрите. Может, и есть. Постарайся жить с мужем, будто вы только познакомились. Да будь понежнее, поласковее. Нежный и ласковый сейчас не котируется. А мне их сейчас ноги вытирают. Так что вы мне лучше скажите, кто эта женщина. Да просто женщина. Ну, молодая. Немножко моложе, чем ты. Да уж, конечно, да. А кто она? Работает с ним? Деточка, здесь не паспортный стол. Ты лучше внимательнее слушай и вникай. Вижу тебя с мужем. Вы счастливы? Океан? Какой-то корабль. Титаник какой еще. Ты поосторожней с словами, они свою силу имеют. Знаете что? Мы с мужем на грани развода. У него любовница, а вы мне здесь про океан какой-то впариваете. Шарлатанка. Полдня угрохала. Андрюш, мы всю жизнь будем с тобой скрываться? Нет, не всю жизнь. А сколько? Мэрик. Ну пойми, я очень хочу. Я хочу, и я хочу. Ну, Нель. Я очень хочу, чтобы у вас были надежные тылы. У тебя и у Сашки. А если она сейчас все узнает, она все испортит, понимаешь? Да, я понимаю. Ну и ты меня пойми, я живой человек. Время идет. Я не могу тебя все время делить с кем-то. Андрюш, я тебя так люблю. Я тебя тоже люблю. Не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Обещаю тебе. Я тебе верю. И носи, пожалуйста, мой шарф. Ну, как я его буду носить? Как-как? С любовью. Ну, да. Вы там хороший. Ну, проснулся, Моль. Папины глазки. Ну, еще бы, а че еще? Конечно, мои. Винни-Пуша мой. И глазки, Савьон. И носик, и ротик, и ушки. Все мое. Ну, дайте. Последний раз правительство удалось привлечь.
через магазин еще 2 августа. И то сумма за кустовый. Андрей Сергеевич, здрасте. Здрасте, мы знакомы? Ну, заочно. Елизавета Андреевна, ваша супруга, поделилась со мной некоторой информацией и попросила понаблюдать за вами. Вот смотрите, что из этого получилось. Вот особенно удачный кадр, да? Я буду с вами откровенен. Ваша жена оказалась человеком достаточно экономным. И мне с ней работать неинтересно. Ну, я тут подумал, может, вы другой? Нет желания выйти, поговорить? Сколько? 1000 евро я получил авансом. Плюс столько же должен получить, когда передам фотографии. Значит так, сделаешь новую фотосессию, получишь в 2 раза больше. Ну и еще деньги от жены. Здорово. Ну и замечательно. Как тебя звать? Юрий Алексеевич. Как Гагарина. Ага, тезка мой. Мы с вами сегодня не встречались. Что значит? Ничего не понимаю, это что, все, что ли? Сложно поверить, да? А что, больше никуда не ходит? Офис, стройка, стройка, да, офис. Стройка, офис, да. Вот так вот каждый божий день. Скучно. Лиза, как ты с ним живешь? Андрей, может, действительно вся проблема в том, что... В чем? Может, нам поехать куда-нибудь отдохнуть вместе? Куда? Черт его знает. Ну, на море, как мы раньше ездили. Или в круиз, например.
загорел. Здорово. Здорово. Ну расскажи, что за артист. Народный, конечно. Не тормози, Камаль. Ты что? Я так и знала, что все этим закончится. Так я и знала. Я все ждала какого-то чуда, но чудес-то не бывает, правда ведь? Нелли, ну... Она никогда тебя не отпустит, это очевидно. Ну я же не еду с ней отдыхать, это совсем другое. Послушай, вы будете жить в одной каюте, будете спать в одной кровати. Ты думаешь, я не знаю, чем это закончится? А при чем здесь спать? Я еду, чтобы расставить все точки над «и», больше ни для чего. Оригинальный способ. Не трогай Сашу! Обойдемся без тебя. Что, опять у нас концерт? Опять? Зараза. Да заткнись! Перед соседями стыдно! Надоело сколько можно! Коня! Да выселять их надо отсюда! Эх, мороз, мороз! Я тебя попою. Сейчас наряд вызову! Вот ты меня споешь. Лейтенант, можете на секундочку? Да не оришь ты! Здорово. Серег, ну ты же знаешь, когда он трезвый, абсолютно нормальный человек. У него стресс. У него стрессы в Будге, понимаешь? В Будге стрессы. Смотри, как соседи напряглись. Бать! Заканчивай, а! Зайди в дом! Все, товарищи, концерт окончен! Все по домам! Ты, главное, слизи, веди себя предельно корректно. Естественно. Изображай любящего мужа, чтобы ничего не заподозрил. Да ладно, ладно. Это я уж сам без тебя как-нибудь разберусь. Пожалуйста, я же за тебя волнуюсь. Слушай, Ген, может, зря мы с тобой все это затеяли, а? О, ваша стоечка. Гена. Андрюх, взрослые дяди нервничают только до принятия решений. С Нелли разговаривал? Разговаривал. Ну и что она? Радостно. Ну, ну здорово. Пошли скорее на посадку. Чего же надо еще успеть? Бать, да успокойся. Ну а товарищ уже надо. Пошли. Да не дергайся, все успеешь. Привет, Лиз. Ну, давай. Извини, прости, пробки сумасшедшие. А все, Камурин, я уже начала нервничать. Альберт, что, нам в нагрузку? Семейный отдых, а этот третий, да? Лиз. Лиза. Андрюха, а? Понял. Камурин, здесь даже бизнес-класса нет. Котопка. Аккуратнее, пожалуйста. Так, 26-е. 26-е. Отлично. Значит, мы с вами вместе едем. Очень приятно. Если бы я знала, что Гена и ему купит путевку, я бы ни за что не поехала. Вот. Ой, не... Руки. Садись. Боже, куда мы попали? Кто все эти люди? Такие же туристы, как и мы с тобой. Камурин, нельзя путешествовать не пойми с кем. Ты должен был заранее все проверить. Ну, почему же ты ничего не сделал? Какое у нас турагентство? Счастливый путь. Хорошо, не последний. Я
Надеюсь, ты пришел с хорошими новостями. Есть возможность заработать. Один русский хочет, чтобы мы напали на яхту с туристами под видом пиратов. Его нужно взять в заложники, а его жену и остальных туристов высадить на необитаемом острове. Сколько он платит? 100 тысяч долларов. Вот из-за таких и пробки в Москве. И мы здесь уже целый час ошиваемся. Да, девушка? Чай. Чай хотите? Будет. Извините. Переживайте, Олег Николаевич. Сейчас депутат поднимется и тронемся. Ага, тронемся. Мы все уже тут давно тронулись. Ну, хоть один приличный человек. Приличный. Этот чартерный рейс недорогой. Мы же приняли решение быть поближе к простому народу. Смотри, твоя идея. Если не выгорит, держи. Все будет хорошо. Да. Стой, все, все. Счастливо. Счастливого пути! Ваше место. Подожди. Тише, Грипшин. Коклюш – остаточное явление. Дома же лечиться надо. Дальше посадим. Пройдемте. Ногу убери. Ой. Паша, убери, пожалуйста. Алло. Убери. Извините, он болен. У него аутизм. Ну, следите за ним, раз болен. Самолет – лазарет какой-то. Пристегнись. Сейчас залетать уже к вам. Он такой же придурок, как по телевизору. А? Чего? Да ничего. Андрюха, смотри, вот от Кота Кинабалу мы идем на Ланкае. А потом... Извините. А потом на Бачанг. На Бачанг. А от Бачанга, ну, чуть-чуть зацепили материк. И, минуя океан, идем на Бали. Так, прошу прощения. Прошу прощения. И потом над материком пролетаем и приближаемся к окончанию нашего путешествия. Убийца муж, я так и думала. Как думаешь, каждый муж хочет убить свою жену время от времени? А? Каждый муж хочет убить свою жену иногда или нет? Да нет, не каждый. Между прочим, у жен тоже иногда бывают такие мысли. Не у каждой, конечно. Хорошо, буду иметь в виду. Thank you.
Вот приехали. А что дальше? Говорил, тебе нужно было ехать на Мальдивы и не выпендриваться. Ты же знаешь, я люблю выпендрёж. Ну, а любишь, так звони туроператору. А толку-то звонить? В Москве сейчас часов 6 утра, и трубку никто не возьмет. А где 6 утра? А мне 38 в Кении, понял? Все, чтобы быстро, через 3 минуты машина с умом. Ты что сидишь? Камеру убрал? Извините. Давай, время пошло. Поймай. Савадика, савадика. Здравствуйте, здравствуйте. Хэнкай. Нас должен был встречать русский гид. Не могу помочь. Капконка. Спасибо. Оставьте, оставьте. Я захвачу. Благодарю вас. Ощущение, что нас здесь не ждали. Петь, ты посмотри слонов, как их понаделали. А это что, слоны? Красота какая. Ты что, не радуешься-то, а? Я радуюсь. Вот это зима. Все, приехали. Прошу на судно, велкам. Куда приехали? Куда привет? Это что такое? А поставьте аккуратно, поставь чемодан. Так, ну-ка. Похоже, какой-то швыряло. Я на этом не поплыву. Слушай, я что-то не понял. Нас должны были посадить на быстроходный катер, то есть на лайнер, так? Это что? Правильно, все правильно. Послушайте, туроператор «Счастливый путь» приготовил для вас подарок, точнее сюрприз. Рыбалка! Вот на этом замечательном настоящем рыболовецком судне. И через 6 часов вас привезут на катер довольными, отдохнувшими. То есть рыбалка, катер, лайнер. Заметьте, за те же деньги. А после вы продолжите ваше удивительное путешествие. Значит так, Андрюх, смотри. Это гид, который вас встретит в аэропорту и отвезет на яхту. Яхта называется «Виктор». Долговые бумаги вообще потеряли привлекательность. Сейчас. Соответственно, ставки доходности на вторичном рынке заметно. Нормал, да? Однако, ну что, все в сборе? Стоит 13-й. Ладно, переживай, все нормально будет. Ребята! Сенели! Болезимо! Хорошо! Хорошо! Вот это я понимаю. Положительное отношение к клиенту. Алло! 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 Стой! Тормози, алло! Стой, они говорят! Звони. Звоню. Ну чё стоим? 13 человек, чертова дюжина! С капитаном-то нас будет 14! Прошу к столу! Сейчас пешком. Паша, ты... А сейчас на лайнере доберемся. Мы. Я этому сучонку из счастливого случая последний путь отправлю. Оп!
Да нет, все прерывает. Связи никакой нет. Придется плыть на этой посудине. Ну или идти пешком в аэропорт. Других вариантов нет. Пошли. Нет. Пусть вернут нам деньги с бутылки. Это не крутит, черти что. Кто вернет, Лиз, тут нет никого. Мы летели 15 часов с двумя пересадками. Для чего? Для того, чтобы еще 6 часов плыть с удочкой в руках?